Предупреждение о вреде здоровья. Люди с заболеваниями сердца или сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также беременные женщины не должны играть в эту игру. Вот, друзья, добро пожаловать на канал «Такие дела». Сегодня мы продолжаем проходить игру Pain-A-View Drive. Ну что ж, загрузить игру. У нас уже там 16-й день. Честно скажу, я до этого думал, что это жалкая пародия на хоррор. Но несколько предыдущих серий убедили меня абсолютно обратном. И это крутая игра. Ну что ж, друзья, давайте двигаться, ну, так сказать, назад. Конечно, прошу прощения за то, что качество ухудшается из-за того, что у нас все темно. Но иначе я просто израсходую очень быстро все батарейки и все спички. Поэтому я стараюсь их экономить. И сидеть. Да ты вернулся, друг! Каким макаром ты вернулся? Я думал, все-таки клоун не вернется. Что-то его вернуло. И теперь он может нести ту же опасность, что и в предыдущих сериях. До этого к нему как-то привык, но теперь как-то жутенько. По спине побежали мурашки. Телевизор работает? Нет. На улице корабль, ё-моё, корабль, друзья! Какой нахрен корабль? Бежим смотреть. Вот вы представляете, вы проснулись и увидите, живете в таком доме в глуши, по сути, мало чем можно заняться, даже электричества нет. И тут корабль. Да просто бежать к нему. Интересно. Да, эта игра мало того, что страшная, она еще и чертовски интересная. Блин, жалко, мы не можем. Тихо. Подойти поближе. Охренеть. Может быть, где-то здесь шлюпка, кстати. Кто-то наверняка приплыл на ней. Только как-то ее размозжило о берег. Может быть, здесь ключик какой-то? Я, наверное, все пропустил, то, что лежало на земле. Но надо все-таки как-то обследовать это место. Огни. Огни от маяка. До этого вроде он не работал. Ох, жуть какая. Бывает же. Ладно, возможно, где-то здесь появился, конечно, ключ. Но, честно скажу, я его не вижу. Ладно, у нас новых ключей пока что нет. Предлагаю все-таки обратно возвращаться в дом, в то место, где мы были. Потому что, как правило, именно из тех мест, где мы были, и продолжается. Сзади никого? Нет, никого. Все самое интересное. Ладно, открываем дверь. И надо вспомнить, где свет. Света все еще нет. Что же делать-то? Тут у нас все еще закрыто. По-моему, там у нас где-то на втором этаже все это дело было. Где-то вот там, у девчушки сидящей. Здесь мы дверь, по-моему, открыли. Да-да-да-да. Предлагаю еще раз зайти в эту комнату с картинами. Может быть, нас здесь припрет. Не, вроде не припирает. Вот тут вот на двери открыли. Вообще в новый корпус. Все вроде двери были закрыты, но на третьем этаже была бумажка. И, как правило, возвращение именно в такие места нам помогает двигаться дальше по сюжету. Но не всегда. Но как правило. Отсюда вот виден маяк. Видимо, отсюда эта девчушка видела различные огоньки. Предлагаю дождаться еще следующей молнии и посмотреть, может быть, там что-то. Да нет, вроде ничего такого особого нет. Жалко, на крышу нельзя вылезти. Хотя во время грозы это, наверное, плохая идея. Нас бы убило нафиг. И все же интересно, зачем они сделали этот корабль? Может быть, я правда что-то пропустил? На улице. Но мне настолько, блин, интересно посмотреть, что же здесь еще есть. Что я даже не знаю. Возможно, там стоило сдержаться. Вероятность всегда есть. Но, блин, после момента с собакой. Я совершенно по-другому отношусь к этой игре. Совершенно по-другому.
И она, главное, длинная еще. Я-то думал, пару серий и все. А игра действительно стоит своих денег. Действительно стоит. Охренеть. Ладно. Пока что сюда не надо возвращаться. Да, откуда-то отсюда пришли. Заперто. Тут у нас комната с растениями. Возможно, здесь что-то случится. Нет, вроде бы все нормально. Ну, конечно, гроза лютая. Давайте, ну, еще чуть-чуть походим по дому. Посмотрим, может, все-таки что-то мы такое новое обнаружили, что мы здесь не видели. И дальше пойдем уже назад. К кораблю. Возможно, ночью там будет что-то необычное. Еще есть вероятность, что что-то случится с клоуном. Возможно, он, конечно, исчез, потому что мы взяли спички. Он расстроился. Возможно. Тут у нас что-нибудь появилось новое? Кстати, здесь где-то были батарейки, по-моему. О. Да, да, видимо, даже наш друг говорит, что нам нужно двигаться куда-то в сторону корабля. Ну и предлагаю все-таки прислушаться к этому совету. И хоть ночь, хоть что, как-то двигаться туда. Но, помимо всего, какие-то, конечно, шорохи, блин, в игре, они очень реалистично сделаны. То есть мне кажется, блин, что у меня в комнате все это происходит. И это хреново. Так, возможно, по пути где-то действительно пропустил. Или же у тебя, дружище, что-то появилось. Могло такое случиться? А ты жуткий. Действительно жуткий. Пугало, оно и есть пугало, да? Так, это не ключ, это камешек. Камешек нам не нужен. Ладно, давайте посмотрим на корабль. Гроза-то какая, прям природа бушует. Может быть, здесь мы что-то и найдем. Только вопрос, что? Что мы ищем? Ну, ясное дело, что мы ищем ответы на немного непонятные вопросы. Как он сел на мель? Давайте посмотрим с какой-нибудь более обзорной точки. С высокой. О! Я же говорил, что здесь ключ есть. Как, блин, его еще можно заметить-то? Может, он не успел появиться, конечно. Ну. Конечно, очень красивый корабль. Да гаргульи летают! Да не, ну не надо! Гаргульи не надо только. Пошли, побежали в дом. Блин. Статуи проснулись. Бежим. Вдруг схватит. Нет, не садится на дом. Ой-ой-ой-ой-ой. Как нехорошо-то, а? Вдруг статуи начнут оживать. Да. Дружище, спасай. Ты, по-моему, единственный здесь, кто нормальный, да? Сидит все спокойно. Смотрит. Ладно. Эта штука меня раздражает. Периодически пугает. Так, нет, стоп, мы тут уже были. Подождите, насчет гаргулей. Насчет гаргулей, появившихся на крыше. Надо их отсюда посмотреть. Что-то как-то нехорошо фонариком на самом деле светить. Не надо, пс! Не надо, пс! Что-то в этой комнате не так. Что-то здесь определенно не так. Просто только что. Или все так. И мне кажется. Скажем, что мне кажется. Пошли отсюда. Но я предлагаю главному коридору вот сюда зайти. И выйти на улицу. Посмотреть на гаргулей.
ребятишки. Видишь, Никита Кожемяка. Все хорошо. Что, они правда летают? Что происходит в этом проклятом месте? Мне кажется, дом подпитывается человеческой энергией. И за счет этого... все оживает. Ой, ладно. Что-то я прям заморочился на самом деле. Ладно. Нужно как-то... немножко расслабиться и двигаться дальше. И смотреть вообще, что да как здесь происходит. Здесь очередной этот туалет, из которого почему-то все выбегает. То кошка, то крыса. То есть здесь что-то происходит. В туалете всегда что-то происходит. Необычное. Нам нужно искать закрытые двери. Во, 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 у нас же есть ключ. У нас же есть ключ. И чтобы закрытые двери искать, нужно попасть вот сюда. Здесь, как правило, много закрытых дверей. Ой. Чхи, прошу прощения. Ой, 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 фу-фу-фу-фу-фу. Бывает. Так, давайте зайдем сюда. Может, что произойдет отсюда. А, нет, горгули летают, скорее, с той стороны дома. Так. Здесь у нас были ключи, и здесь закрытая дверь. Нет, все еще не открывается. Ладно, это у нас вход в другую часть дома. В другой корпус. Куда бы я сейчас не хотел подойти. Стоп. Мне казалось, что ручка светится, и показалось, что это ключ. Нет. Но главное, та шлюпка, ведь мы же ее осмотрели, вы видели? Как я мог не заметить? Очевидного. Я, мне кажется, что все-таки на третьем этаже дверь, потому что она ближе к горгульям. Летающим. Или я не знаю, что это. Даже четвертый этаж есть. Это не дом, это замок. Это замок самый настоящий. Так. И вот, собственно, я угадал. И это ванная. Тут речки. Так, и записка. Давайте прочтем. I'm beginning to feel that Linda might be right. Something feels wrong about this place. I'm hearing and seeing more and more things I cannot explain. Да. Ну, не зря же говорят, что девушки более чувствительные. День 17. Ну и снова мы оказались в этой комнате. Как бы то ни было странно. На улице вроде ничего такого необычного я не замечаю пока что. Не предлагаю идти сразу в тот туалет. Почему сразу в тот туалет? Да все просто. Как я уже говорил, именно в тех местах, где мы... не были, там обычно и продвигается сюжет. Никита Кожемяка там все еще мнет. Хотя бы необычно горгулий пошел бы посмотреть. Все еще заперто. Хорошо. И, в принципе, то, что двери сами не открываются, в этом тоже есть какой-то плюс. Определенный. Так, и теперь пока что светло, надо осмотреть туалет. Так, тут заперто. Значит, туалет мы тут открыли. Да. Может быть, здесь был ключ. Я его в темноте не заметил. В раковинах. Надо внимательно посмотреть. На улице ничего такого необычного пока что не появилось. Забор, конечно, хороший, я не спорю, но дело в том, что мы так и не заперли главную дверь, главный забор. Я, конечно, да, легко можно проникнуть сюда, легко. Но, блин, не надо. Главное, туалет выделяется, как и раковины, своей старостью. Ванна новенькая, свеженькая, как и душевая кабинка. Забавно иметь и душевую кабинку, и ванную. Так, это у нас выход, видимо, на другую часть дома. Предлагаю все-таки сходить назад, потому что там у нас вид на пиратский корабль. Ну, почему пиратский, на корабль. Давайте посмотрим на него через окошко. Где-то там оно. Еще что-то как-то рано.
10 часов только. Там корабль. Был. Был там корабль. Его больше нет. Предлагаю все же еще раз ходить на улицу. Интересно посмотреть, летают ли над домом все еще горгульи. Нет, не летают. В этом, конечно, есть плюс. Ты все еще стоишь, да? По-моему, у тебя немного выражение лица меняется. И голова повернута. Туда. Кто-то повернул ему голову, друзья. Кто-то повернул ему голову. Все еще заперто. Ладно. А на кого ты смотришь? По-моему, смотрел прямо. Теперь он смотрит куда-то туда. На статую? А ты смотришь на чашечку. Здесь ничего такого нет. Куда-то он посмотрел. Что такое? Я, видимо, на нужном, на верном пути, я не знаю. Но куда-то сюда пугало смотрело явно. Может, меня уже глюки, может, меня действительно самого уже прет. Но что-то мне подсказывает, что пугало смотрит туда, куда нам нужно попасть. Как-то странно, обычно, когда такого рода дома строят, устанавливают по центру вход. Вот где-то здесь он должен был быть, но его здесь нет. И мне кажется, это потому, что сначала дом стоял вот небольшой вот этот корпус, потом к нему пристроили уже вот эти два корпуса. Есть такое у меня предположение. Ладно. Заходим сюда. Света все еще нет. Что ж такое-то, а? Ладно. Света все еще нет. Ну и, собственно, где-то сейчас уже должно начаться непотребство, которое обычно происходит в этом доме. Но дом, конечно, огромен. Предлагаю сходить вот сюда. Не знаю почему, мне кажется, что-то не так с этой комнатой. Что-то с ней явно не так. О чем там наш персонаж говорил при загрузке? Я уже забыл. Между уровнями. Как-то серии пролетают, на самом деле. Когда интересно, серии летят просто как... Не знаю что. Так, дверь все еще заперта. Чувствую, в ней мы найдем ответ. То есть ответ, можно сказать, не надо псыкать мне тут не надо. Блин, вот когда говорят... Это ты сказала? Или на улице кто? Ладно, я не сумасшедший разговаривать со статуями. Пойдем сюда. Черепок. Ну тут ничего такого необычного не замечаю. В принципе, все как всегда. Как бы это удивительно ни было. Ладно. Судя по всему, я был неправ, и в этом этаже нам делать нечего. Хотя, кто его знает. Помните, вот когда в первых сериях здесь была перестановка в этой комнате? Может быть, здесь тоже может быть что-то такое, что может нам помочь. Хотя, я не уверен. Шкатулка самооткрывающаяся. Ты опять исчез! Он опять исчез! А что, если он где-то в доме? Ходит сам. А не мы его переносим. Блин, надеюсь, мы его найдем где-нибудь сидящим в туалете. И кто-то просто над нами стебется. Я знаю, это точно, это подростки. Я все понял. Они забираются ко мне в дом, когда я сплю. А сплю я днем. А они как раз в это время школу заканчивают, приходят сюда. Ага. Ну, все понятно, куда нужно двигаться. Но все равно. Мне кажется, все-таки это подростки. Пока мы тут ерундой страдаем. Они там у нас перестановку в доме делают. Вот отсюда всякие пс. Типа, он зашел туда,
быстрее и так далее. Это бы все объяснило. Ну, кроме сидящей здесь девочки, нет, конечно, возможно, у нас просто был припадок какой-то от страха. Детская, нет, стоп, там был туалет. Детская, 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 детская. Детская была в главном корпусе, она была здесь. Она была где-то здесь, детская. Хрен, в каком-то с часами, нет. Не тут детская, хорошо. Детская, 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 детская. Это не детская, явно не детская. Нам нужно двигаться куда-то. Это здесь кладовая. Все понятно. Где же была детская? Это кухня. Кухня нам сейчас тоже не нужна. Уж я не запомнил-то, где она находится. Это тоже не детская, это тоже взрослая. Это коридор. Возможно, там. Да-да-да-да-да-да-да-да. Где-то здесь. Где-то здесь была детская комната. Это не туда путь. Нам вот где-то... Я бы это назвал детской. Хорошая детская. Ой, самая лучшая комната в доме просто. Я от нее тащусь. Детская была где-то здесь. На верхних этажах самых. Вот тут. Да. Да-да-да-да-да-да. Сразу свет. Ёж ты, матрё, как прёт, а. Сразу ключ, сразу ключ, сразу ключ. Мы увидели ключ. И немного, пожалуй, присядем, отдохнем. Ух. Ладно, ладно, спокойно. Мы взяли ключ. Это уже что-то. Это уже что-то. Что-то как-то нехорошо здесь. Хотя, вот, кстати, вот если так подумать, тут, пожалуй, самая оптимальная комната для детской. Выход окон внутрь двора, а не наружу. А внутри двора как минимум глаз больше. Так что, чтобы не сбегали. Ладно, сейчас очень аккуратно налево-направо смотрим. Потому что здесь могло что-то появиться после... всего этого происходящего. Вопрос, откуда этот ключ? От какой комнаты? Здесь спальня взрослых. Родителей, судя по всему. А это какая-то наверняка либо гостиная, либо родственников. Ну, это у нас библиотека. Кстати, хорошая очень библиотека. Что-то я... Я просто пытаюсь болтать. А здесь была ли эта книга? Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Все еще детская. Это у нас... Не знаю, какая тетя здесь, наверное, жила. Так, тут у нас ничего не появилось. Вопрос, откуда у нас ключ? От какой комнаты? Ладно, наверняка. Я просто уверен, что ключ вот... нового корпуса, который мы недавно открыли. Он, наверное, есть новый. Так, куда-то туда нам нужно двигаться. Где-то наверняка там дверь. Хотя, блин, еще надо вот эти подергивать, чтобы точно быть уверенным в том, что они открыты или закрыты. Тут двери не было, да, тут двери не было. Ну-ка, сейчас еще в конце коридора. Вот это вот. Это комната с часами. Интересно, вот, наверное, ключ в детской от комнаты с игрушками. Возможно, даже в этом корпусе. Все заперто. Ниже пока не хочу идти, хочу наверху все проверить. Внизу не очень интересно. Наверху, может быть, все красиво. О, слышу Никиту Кожемяку. Чувствую, мы на верном пути. Так, эту дверь не знаю, не подергал, потому что она открыта. Мы открыли только недавно. На всякий случай зайдем. Я так и знал, что ты сидишь на туалете. Да я вам точно говорю, это дети над нами стефутся. И теперь он смотрит прямо. Он до этого смотрел немножко в сторону. Ключ? Нет ключа, да? Нельзя лампочку зажечь. Никакую. О! Надо внимательно все смотреть. Полотенце, ключ, 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 ключ. На полу пока ничего не видно. Затычка для ванны. Ничего особого. Спички. Пока что нам не нужны. Пока мы еще одну не потратим, я не буду тратить спички. Колода карт.
Слава богу, такие настолько мел. Он поворачивает голову в нашу сторону. Да ну нафиг. Вы видели? Он живой. Не надо. Да ну нахрен. Нет. Запереть его там нафиг. Пусть сидит. Просто запереть эту дверь. У нас же был ключ. Надо запереть его. Серьезно. А ключ забрать с собой. Меня просто не покидает. Мурашище. Они бегают по мне. Ладно. Просто прислушиваться. Нет, мне показалось, он с кем-то разговаривает. И начал ходить. Ой, жуткий клоун. Сзади его нет, случайно. Да, я уж понял. Может, тут все обсмотрели. Хорошо, что, в принципе, такие... мелкие подсказки есть. Не тут. Еще заперто. Вы слышали? Он там бегает. Либо наш клоун. Либо хрен его знает что. Давайте лучше забежим внутрь. Закрой. Отлично. Спичку. Давайте сначала все осмотрим на предмет ключей, холодильника, сыр. Ой, чувствую, с этим холодильником что-то будет связано. Батарейки возьмем. Ну и запись. Я слышал Линду кричать вчера. Она была уверена, что видела скарекроу через окно. Я проверил, но все было тихо снаружи. Я проверил, но все было тихо снаружи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Итак, у нас уже день 18. Охренеть. Ну что ж, серия, в принципе, потому что с вами затянулась немного. Я предлагаю все-таки на этом немного заканчивать. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Будет много всего интересного и, черт побери, видимо, страшного. Такие дела.